Всем привет! Сегодня у нас 21 июля. Начинает поспевать и такой сорт Аучи Генерал. Сорт плодоносит у меня 4 года. Каждый год с урожаем и с таким сильным урожаем. Плоды крупным, среднекрупные, крупные, разные. То есть, если нагрузка на дереве меньше, они намного крупнее. Но если они залеплены, то естественно, они будут чуть-чуть помельче. Вот он вот так вяжется, вот так висит. Такой красивый сорт Аучи. Вкусная ауча тоже. Надо и полностью выспить. Потому что, если зеленцой, то она чуть-чуть не добирает вкусовых. Надо вот именно, чтобы были вот такие вот уже плоты черные вот висели. Вот такого плана, вот это уже спелые плоды. А тут вот, это еще там вот красноватые, они еще не добрали чуть-чуть своего, как бы, вкуса. Вот он, какая красота висит. Сорт Генерал. Морозы переносит отлично. Подмерзаний не было ни разу. Постоянно обильно цветет. Постоянно с урожаем, с хорошим. По вкусу сладкая. Шкурочка с легенькой кислинкой, которая придает вкуса. Дерево вот небольшое, вот с мой рост 1,80 м. Растет сильно, видно, паганы сильные вот идут. Очень мощные паганы вверх пошли, однолетние. Рост сильный, но его можно держать прекрасно с обрезкой. Вот такие гроны на нем висят. Можно его держать, вот дерево этому, я не помню, или 6 лет, или 5 лет. Плодоносит 4, но рано она начала вступать в плодоношение. Я его держу, постоянно режу. Держу хорошо. Это железа не хватает. То есть, ну это не проблема. То есть, тут вот, листья хорошие, зеленые, там есть кое-где. То все чепуха. Главное, чтобы плоды висели красивые и вкусные. А то все, листья. Главное, чтобы оно урожайное было, урожало. Листья подлечим, то такое. Вот у самой земли вот такие бомбочки висят. Красивые. Даже черные. Видно. Аж черные. А, резкость где я. Вот такие вот плоды. Сейчас надо сорвать, показать. С другой стороны обойду. Тоже красиво, тоже видно. Такие они черно-фиолетового цвета. Шарики висят новогодние. Не, сорт хороший. Не надо его там с ним заниматься. Она, в принципе, как и десертная ранняя. Можно ее не брызгать. Она нормально себя чувствует. И без обработок. То есть, ну, полив, естественно, чтобы, конечно, крупнее она была. Без полива она мельче будет, наверное. С поливом. Если пронормировать, тоже она будет крупная. Она будет до 100 грамм. Я не знаю, какой вес, я ее не важил еще. Сейчас посмотрим. Сейчас сорву. Вот и вот висят. Такие красивые. Такие. Недоспевшие чуть-чуть сорвал. Ё-моё. Ну ничего, сейчас оспевы сорвем. Вот такие вот плоды. О, вот в руке. Вот такая красота. Такие они вот спелые. Полностью. Вот еще сейчас сорвем. Мягенькие плоды уже. Вот какая красавица. Сорт Генерал. Кто хочет себе посадить этот сорт, сажайте. Особенно у кого нет времени сильно заниматься, ухаживать. Будете каждый год с урожаем. И на севере Украины он будет расти. То есть он, я слышал, что хорошо везде себя показывает. Такой красивый сорт. Ну и вкусный, сладкий, хороший. Так, сейчас. А что тут с этой стороны у нас? Что-то есть? А есть и с этой. Короче, висит он нормально. Вот еще сорвем. Не надо в тарелку ложить. Не сорвем. Ладно, давайте так. Тоже вот такой вот. Что ж резко где-то пропадает, елки-палки.
Так, сейчас выключусь, нарву, сважу. Так, оборвал я чуть-чуть водов. Сейчас сважим их. Посмотрим, какой он вес. Вот такие вот они. Черные. Что-то тут не то нажалось. Такие вот они именно спелые сейчас под эти, что выспели, вот такого вот цвета. 60 грамм, так кинжал этот нафиг убрать. Так, 60. До 70 будут. 64. 68, ну да, почти до 70 грамм есть. 57. На нормировочка, чтобы была, чтобы был вес до 90 грамм. Я ее не нормировал, вот как она завязалась, так она висит. 59. Все равно размер хороший. То есть, ну, вот руки берем. Вот в руке вот такая-то. Отлично. Грубо 50. 60 грамм, даже 48, некоторые помельче плоды, 60, то есть 50-60 грамм, 70, при нормировке будут грамм 80-90, ну естественно нормировка должна быть, вот сейчас покажу как, чтобы были такие плоды, сейчас покажу, вот например, вот висят, раз, два, вот как они должны висеть. Одна, вторая, третья на ветке. Вот при вот такой нормировке они будут под 90-100 грамм. Если будут при вот такой нормировке, то естественно они будут 50-60 грамм. Потому что дерево тратит силы на количество плодов. Вот ветка. На вот этой веточке надо было ставить, ну, максимум 5 плодов при нормировке. А их тут висит 25. Естественно, у него будет вес 50-60. Было бы тут 5-6 плодов, они были по сотке. Конечно, товарность была бы повыше, покрасивее. Ну и так тоже. Тоже хорошо. Так, пойдем сейчас разрежем их, посмотрим. Так, вот и разрезал. Вот такая вот шикарная у нее мякоть, красивая. Косточка, видно, свободная. Полностью свободная. Блин, нельзя подносить близко. Вот я вытащил ее. Вот косточка отделяется хорошо. Мякоть желтая с красным. Вот у спелых полностью плодов. Вот, вот таких вот черных. Вот я натер, я налет снял. Вот такие они черные. Полностью когда поспеют. У них будет мякоть вообще красная. То есть вот таких плодов вот. Но они тоже спелые, но не переспевшие. Вот. Натираю, гляньте, как она блестит красиво. Гляньте, какая товарная галуча. Блестит просто. Класс. То есть так. Сейчас давайте же попробуем ее на вкус, какая она. Я вот эту хочу. Мякоть сладкая. Сочная. Шкурочка с кислинкой, очень вкусная, аромат такой легенький, сортовой, не душистая, но сорт хороший, по вкусу хороший. Хороший, блин, каждый сорт вкусный, вот который не, какой не пробуешь сорт, вкусный, конечно, что тот, это редко, что мне сорта не нравятся, в основном сорта все вкусные. Единственное, отличаются видом, размером, сроком созревания. Ну и вкусом чуть-чуть туда-сюда. Кислую не люблю, но это не кислая. Луча хорошая, вкусная. Советую тоже всем этот сорт. Будете получать вот такие вот красивые плоды. С хорошим вкусом. Без всяких проблем приносит урожай. Не надо с ним там козликом бегать около него, чтобы получить вот такие плоды. То есть посадили, пополивали, и все. И все будет отлично с этим сортом. Не надо его обрабатывать. Его червь, в принципе, не берет нормально. Болезни тоже не берут. Ну, зато у меня листья чуть желтоватые, но это у меня железа не хватает.
Так что такой вкусный сорт. Кому надо черенки, кого заинтересовал сорт, звоните. Черенки есть, вышлю. Для зимней, для летней прививки. И будет у вас расти в саду такой сорт, если у вас его нету. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.